нету проводника на кордоне. Он там частенько бывает. А через него выйдем с доктора. Если стрелок все еще жив, то доктор точно знает, где он. Да. Ну, это потом. А сейчас иду один. В эту чертову миссию в подземелье. Васильев не в счет. Он только обуза, которую придется оберегать. Васильев. В последний момент струсил. Уходи отсюда, мужик. Уходи, пока цел.
64-й, прыгай! Приветствую на нашей научной базе.
Сначала оружие убери, тогда и разговор. Ну что, меченый? Значит так, меченый. Защитный прототип у тебя есть, чтобы от выжигателя прикрыться. Координаты бункера я знаю. Не забудь, что прототип не сможет бесконечно защищать тебя от излучения. Ты должен как можно быстрее пробиться в бункер под антеннами и отключить все, что нужно сделать. Это пробиться... Ой, а посмешнее, ничего в запасе нет.